Улады знайшлі вінаватых ва ўсіх бедах і праблемах. Гэта папулярныя блогеры, незалежныя журналісты, а таксама найбольш актыўныя грамадзяне. Вітаю спадарства, Сергей Падсасонны, і гэта Белсат Зум. У нашай сённяшняй праграме павінна была ўдзельнічаць гарадзенка Юлія Карначова з ініцыятыўнай групы Святланы Ціханоўскай. Аднак у апошні момант жанчына паведаміла, што за ёй сочаць на белым бусе, яна баіцца за сябе і за сваіх дзяцей. Напярэдадні жанчына атрымала штраф 20 базавых велічыняў у судзе Ленінскага раёну Горадні. Тым не меней, у Горадню мы яшчэ перанясемся, будзе адтуль злучэнне, а пакуль жа Менск, дзе трэці дзень працягваецца праблема з пітной вадой, і не толькі пітной. На другі дзень улады прызналі нарэшце праблему. Раніцай у пятніцу сказалі, што вада адпавядае санітарным нормам, але пры гэтым піць яе па-ранейшаму было нельга. Добрый день, поважаемые глядачи телеканалу «Белсат». Народный микрофон. Сегодня мы находимся ля крыницы по улице Игорецкой, где уже третьи сотни люди находятся закладниками ситуации с питной водой. Не глядячи на то, что улады кажут, что вода полепшается, нормализуется, люди все ровно приходят и стоят у чергах по чистую воду. Запытаемся, чему они это робят. Добрый день. Скажите, добрый день. Можно до вас пару питань у телеканалу «Белсат»? Пожалуйста. Скажите, что бы вы могли сказать уладам у сувязи с этой склавшейся ситуацией, когда третьи сотни вы уже находитесь без нормального доступа до воды? Ну, во-первых, доступ есть. Я всегда, как начинается летний сезон, вожу воду из дачи, Тазианскую. Вот, и всегда пьем эту воду. И не пользуемся водой из-под крана для питья, только для мытья посуды и для гигиены. Вот. Для меня это привычное явление. Независимо от того, был бы там аварий, какой-то случай в водоканале, все равно бы я набирал бы эту воду для питья, только артезианскую. Потому что она не фильтрованная, она богата всеми элементами питательными. Вот. И она самая, можно сказать, самая полезная. Скажите, ну а вы не бачите проблемы ніякай у той ситуации, якая склалась, коли трое суток практично людям ничего не поведомлялося про воду, про якость ее? На самом деле, моя семья не попала под эту ситуацию. Мы только вчера с дачи приехали, а узнали об этой ситуации только через интернет. Вот. Почему так произошло? Почему не досмотрели? Пока источники молчат. Даже в чем причина? Пока источники молчат. Очень много гипотез, что сейчас из-за жары. Из-за того, что жара из земли пошло на водоемы, очень много из земли выбросов. С этим связано. Кто-то говорит о том, что нет чистого отношения руководителей Минского канала. Но пока еще мы правда не знаем. Пока что гипотез много, а к какому-то решению правильному мы еще не пришли. Добре, дякую. Ну і сапраўды вельмі шмат існуе версій, што адбылося. Першая з іх была гэта спякота, спякотнае надвор'е, якое ўсталявалася зараз у Беларусі. Аднак, як учора заявілі на брыфінгу Белта, аварій ніяких не выяўлена. Што ж, будзем пытацца далей. Добрый день. Добрый день, телеканал Белсат. Можна да вас пару пытанняў? Скажыце, вось склалася такая сітуацыя, што трое сотню вы знаходзіцеся без доступу да пітной вады вадаправоднай. Што б вы маглі сказаць у гэтай сітуацыі ўладам? Ой, ну, наверное, пачаще праверяць водаканал, чтобы вовремя все устранялі непаладкі. Я думаю, так. А скажыце, ну, а вось у чым вы бачыце асноўную праблему, якая склалася? Ну, я, честно говоря, не могу сказать конкретно, но, видимо, плохое отношение к своей обязанности. Люди, которые заинтересованы в этом и непосредственно отвечают, видимо, где-то что-то упустили, занялись другими проблемами или вопросами. А вы отчували недохоп, вот сколько вы часу проводили тут у чергах?
Ой, вы знаете, в принципе, я работаю на производстве, связано с пищеблоком, поэтому нам очень сложно пришлось. А у чем были тяжкости? Ну, тяжкости, потому что приходилось, ну, вы же понимаете, что такое приготовить на такой воде. Значит, закупалась и вода, чтобы не было отравлений, чтобы народ не пострадал, ни в чем не винный. Поэтому, а так запахи, и, наверное, все прочувствовали и на долгое время. Зрозуміло, дякую вам великі. Скажіть, а можна до вас питання телеканал Белсат? От що б ви могли сказати уладам у сувязі з гэтай ситуацією, закладником якої ви стали? Небрежне відношення к своїм обов'язкам, своїм роботам, не вовремя, особливо в таку жару, коли своєчасно производити якісь профілактичні роботи. То я так розумію. Ну, так, в целом, вот, как мы вот священно к этому источнику приезжаем, потому что в Московском районе вообще вода невозможно пить под крана. То есть она и ранее была не вельми добрая якость? Ну, как бы, ну, сейчас вообще невозможно, ну, всегда только через фильтр пьем. Ну, летом вот источники спасают, на чай каждое лето приезжаем набираться источников. Или с колонок, вот как раньше были где-то колонки, вот брали, поставили. Так что. А вы думаете, у этой ситуации будет кто-нибудь покаранный за то, что так склалось? Ну, все зависит от нашего, как бы, вышестоящего органа, правительства. Как они проведут расследование, кто виноват в этой ситуации. А вам бы хотелось, как были покараны люди, которые виноваты, ну, в этой ситуации? Как бы, за небрежность, да. Но найти виновных, именно виновных, не то, что там кого-то наказать и показать, что вот это человек виновный. Обычно у нас виновных находятся простых рабочих, но не существенных. Добре, дякую. І на самій справі учора так само було об'явлено, що створена робоча група, яка мусить розслідувати причини, а так само не допустити у далейшому повторення цієї ситуації. Ми пройдемося далі. Ось молоді люди. Добрий день. Скажіть, можна до вас питання, телеканал Белсат? Так. Скажіть, ось, що б ви могли сказати уладам у сувязі з тою ситуацією, яка сьогодні і вже на протягу трьох сотень відбувається? Ну, что сказать, что нужно как-то решать вопрос по поводу устранения неполадок на водоканалах и недопущения таких последствий. Неизвестно, по каким причинам они произошли, неизвестно, из-за чего. А вам бы хотелось, как все ж были покараны те люди, которые виноваты в этой ситуации? Ну, сначала нужно разобраться, из-за чего были эти ситуации, а потом, ну, если это искусственно сделано, то, естественно, если это не, ну, если произошли из-за того, что просто устарели уже водоснабжение или еще что-то, то это другая система, почему не были вовремя заменены либо сделаны. Ну, в таком случае есть разные вариации, почему и из-за чего могут быть это. Добре, дякую вам. Пройдемося далі. Ось це чоловік стоїть з великою бочкою. Добрий день, скажіть, можна до вас питання, телеканал Белсат? Ні. Ні, ну, маєте право, добре, хорошого вам дня. Добрий день, можна, скажіть, до вас питання? Да, здравствуйте. Скажіть, у чим ви бачите основну проблему в цій ситуації? Ну, я не точно судить не мне о проблеме, да, то есть, но по результатам существующей проблемы можно сделать два вывода, я считаю. Начнем с позитивного, то, что судя по информации, у нас люди очень отзывчивые и пытаются помочь друг другу даже в этой ситуации, имею в виду, то есть волонтерство. Наверное, я ни в коем случае не причастен, но, по крайней мере, я видел сюжеты про это. То есть, и мне кажется, это определенная гордость. Мы можем, то, что у нас дружная страна, которая, в принципе, заботится друг о друге, а не так, как каждый живет сам по себе. Негативное, конечно, наверное, отсутствие информации, как обычно, то, что люди узнают от людей. Вот, и, к сожалению, наверное, если бы не было бы запаха, то никто бы ничего не узнал бы. Вот, это, наверное, основной негативный вывод, то, что я могу сделать из сложившейся ситуации.
Добре, дякую. Що ж, сапраўды, пасля того, як стало вядома, што ў двух районах Мінску, Масковскім і Фрунзенскім, адсутнічае нармальны доступ да якаснай вады, людзі самаарганізаваліся праз сацыяльныя сеткі. На працягу гэтых сотняў яны падвозілі ваду, прапаноўвалі людзям таксама, каб яны пад'язджалі са сваёй тарай і налівалі. Як бачым, сітуацыя пачынае вырашацца, прычыны яе да гэтага часу невядомы. Спадзяёмся, што ў хуткім часе гэта стане вядома. З вамі была Христіна Чарняўская, тэлеканал Белсат, народны мікрафон. А ў нас на відэасувязі Горадня і пенсіянерка, ну а цяпер ужо і дробная хуліганка Станіслава Дамшэль. Добры дзень. Добрый день. Спадарыня Станіслава, суд Ленінскага района Горадні даў вам 20 базавых. За што? Дзе вы так пахуліганілі? На встрече 29, на пикете 29 мая с Тихановским. Што казалі ў судзе, што здарылася, у чым заключаецца ваша гэтак званае злачынства? А я вам зачытаю. Из хулиганских побуждений препятствовала проезду транспорта, дергала за дверную ручку автомобиля и стучала по нему руками, хватала за одежду граждан и сотрудников милиции, пыталась затеять потасовку, чем умышленно нарушила общественный порядок и спокойствие граждан, выражая явное неуважение к обществу. То бок, сапраўды, гарадзенская пенсіянерка зрабілася хуліганкай. Ці вы, спадарыня Станіслава, пра нешта шкадуеце? Не шкадую вообще. Жалко, конечно, денег, которые мне 540 рублей присудили. Но я вам скажу, что наш народ такой, что он в течение ночи собрал мне всю сумму, понимаете? Я настолько благодарна людям. Такие хорошие, они мне слали смски все. Они, ну, просто в восторге. Что сделала бабушка-пенсионерка? Она смогла справиться с 5 милиционерами. А я еще вам больше скажу, что... Было на суде 5 милиционеров, да, типа 2, значит, против меня показания давали, а 3 письменно. Когда коснулась, я получила это вот постановление, здесь написан только один свидетель, остальные пропали. Может, им попросту соромно, коли увогуле у милиции есть сумление? Не знаю, может, соромно, но когда я сказала, что мне, пожалуйста, постановление на руки со всеми фамилиями, надо, чтобы знали, значит, чтобы народ знал своих героев, все ж таки не ж одна я героиня там была, правда? Вот, остался один только, Мацкевич А.А., свидетель, ну, не знаю, там были все майоры-капитаны, а тут просто... Свидетель Мацкевич А.А. Осудила меня Борель Лариса Викторовна. Сапраўды, гэтае прозвішча трэба памятаць і ўсім ведаць, а у мяне такое пытанне, што б вы сказалі ўсім гэтым людзям? За такое паведзенне, если б у мяне это былі мои дзеці, я бы сказала бы ім, што так нельзя поступаць з людзьмі. Людзі ні в чём не вінаватыя. Людзі хацяць жыць свабодна, в свабоднай стране. Почему мы должны бояться выйти на улицу. Я говорю, это вообще ужас. Особенно теперь. А какое ваше послание усім белорусам, якія нас глядят и якія сумняваются? Пускай посмотрят, что мне смогла сделать милиция. Ну, или судьи, да. Они дали мне 540 рублей, да, штрафа. Этот штраф мне... возместили, мне, говорю, даже больше прислали, да. Потом, значит, мне еще звонили люди с Витебска, сказали, что перешлют полностью штраф. Я отказалась, потому что, говорю, перешлите кому-нибудь, мне уже все собрала моя внучка. Внучка у меня, видите, какая, ну, даже ничего бабушке не говоря, она вот сделала такое, ну, не знаю,
ну, доброе дело, потому что когда тебе поддерживает столько людей, когда вот эти смс-ки идут, я просто сидела ночью, читала их, представляете, потому что это было, ну, очень приятно. Я просто всех благодарю вот за это. Калі будуць наступныя нейкія акцыі альбо спатканні ўжо з кандыдатамі, калі іх зарэгіструюць, то пойдзіце, будзеце ходзіць? Конечно. А как же? Это свабода майго выбара. Я буду хадзіць, всегда памагаць. Всё, што ад мяне зависіць, я сделаю. Таксама Александр Лукашенко вельмі часта гаворыць, што за пенсіянерамі вось ёсць падтрыманне для яго. Чаму ж вы не падтрымліваеце Александра Лукашэнку, які і пенсію абяцае падвышаць, і нібыта, як кажа, плаціць яе рэгулярна, і краіна квітнее? Ну, я вам скажу, у мяне пенсія 268 рублей, і кё мне дабавіць гэтых 12 рублей, то яны мне 100 лет не надо. Пускай он лучше не трогает меня и ничего мне не добавляет. Я обойдусь без этих денег. Главное, чтобы жить в свободной стране и ничего не бояться. Дякую вам за гэты каментар. Станіслава Дамшэль, пенсіянерка з Горадні, з якой зрабілі дробную хуліганку. А у нас Менскі тэатр абсурду пасля таго, як стала вядома, што крама «Сымбалбай» закрываецца, туды пачалі прыходзіць людзі, стаяць у чарзе. Першы вечар скончыўся з затрыманнямі пакупнікоў. Але гэта не спыніла людзей, чаргі выстройваюцца ўжо каторы дзень. Цяпер з'явіўся бус з зацемненымі вокнамі, які кружыць і здымае чаргу. Працуюць на месцы дарожныя службы, якія чамусьці нагадваюць КДБшнікаў. Камунальнікі сёння ўвогуле ўзяліся за чыстку вуліц. Спачатку паднялі пыл на людзей, якія стаяць у чарзе, а потым прыехаў трактар з вадой, якой гэтак не хапае цяпер у сталіцы, і паліваў пакупнікоў таксама. А на месцы пабывала наша корэспандэнтка Галіна Бакунчык. У эфіры Белсат, народны мікрафон, дзень добры. Сёння мы працуем з Менску каля крамы «Сымбалбай», крамы нацыянальнай адзення і вопраткі, якая мае спыніць сваю працу ўжо ў бліжэйшы панядзелак 29 чэрвеня. За тай нагоды тут зараз выстраілася чарга, яна стаіць ўжо некалькі дзён. І таму мы зараз за тай нагоды паразмаўляем з людзьмі. Добры дзень. Скажыце, калі ласка, ці вы тут сёння чаму? Я хочу набыть, может, что-нибудь с... Не, по-белоруску не так часто говорю. Хочу набыть что-нибудь, как подтримать «Сымбалбай» и выразить свою солидарность зиме. Скажите, калі ласка, вы ж, напэўна, ведаеце, да, что вот нас зачиняется так рама про свой пару дзён, так? Что про это думаете? Ну, спадзяюся, что калісьці гэта ўсё закончится. И жадаю подтрымать их и набыть нечто с белорусской символикой, потому что такие самобытный магазин один, крама такая у Минску, я больше не ведаю. Шкода? Конечно, шкода. Потребно людям? Да. Дякую великий. Скажите, калі ласка, ці вы ведаете... Вам скажу сначала. Дякую вам так само. Ці вы ведаеце пра тое, што колькі дзён тут адбываліся такія масавыя захопы людзі? Што думаеце пра гэта? Мы смотрим вас. Ну, думаем, што это неправильно, так нельзя делать. То есть должна быть свобода у людей. Люди, вы всё видите, всё понимаете, смотрите канал, передавайте другим. Ну, это не так нельзя. Я считаю, что это уже край. Дякую вам. Дякую. Вы ці не боитесь стаять тут зараз? Нет, не боюсь. Смысл бояться. Уже отбоялись свое. Але людей затрымливали, некоторые там протоколы отрымали и так далее. И что? Все стоят и будут стоять. В этом ничего запретного нету. Угу. Мы стоим в очередь в магазин за тем, что нам нравится. Угу. Вот и все. Дякую великі. Скажите, калі ласка, вы чаму тут, наколькі вот важно вам тут быть сегодня в эту хвилину? Мне надоело просто бояться. В этой стране уже просто запугали людей так, что люди просто сидят дома по диванам. Зачем это? Я пришел сюда поддержать людей, которых выгоняют просто на улицу. Это неправильно. В нашем государстве такого не должно быть.
И я против этого. Дякую вам. Скажите вы, чому, что бы вы сказали силовым структурам, тем людям, которые вот хапали людей тут у чарзе кольки дзён тому, какие в инших местах, что бы вы им сказали? Сложный вопрос, сложный вопрос. Даже не знаю, не надо бояться. Ну, делайте, что хотите, думайте своей головой. Вот так вот. Дякую вам, дякую вам. Вам питання. Скажите, калі ласка, што б вы сказалі ўладам? Вот з якім зваротам зараз бы звернуліся? Ўладам? Ну, самому галоўному я магу сказаць толькі адно сыходзь. Абсалютна. А ўсе астатнія будзем працаваць далей. Дякую вялікі, дякую. Добрый день. Скажите, у вас какие спадзяванні на вот ближайшую перспективу? Чего бы вы хотели от державных структур, от людей? Вот такого развития подей? Вы знаете, я бы в первую очередь хотел бы, чтобы власть поняла, что ей пора уходить и не доводить людей до ожесточения и до какой-то конфронтации. И я надеюсь, что в конце концов мы пойдем вперед вместе со всеми развивающимися странами и не будем топтаться на месте и строить здесь один маленький колхоз посередине Европы. Дякую вам вялікі. Дякую. Я нагадаю, што мы размаўлялі з людзьмі, якія стаяць у чарзе да крамы нацыянальнага адзення і вопраткі, і сувеніраў сімвал BY. Літаральна праз пару дзён, 29 чэрвеня, гэтая крама спыняе сваё існаванне. Нагадаю, што для вас працаваў народны мікрафон, Белсат, Галіна Абакончык. Да пабачэння. Міністр замежных справаў Уладзімір Макей кажа пра тое, што рэжым у Беларусі моцны, а сітуацыя пад кантролем, а таксама прызнаецца, што не зацікаўлены ў пагаршэнні стасункаў з Захадам. А тым часам салідарныя беларусы выходзяць у розных краінах пад беларускія амбасады на акцыі падтрымання. Гэта Вільня, Уроцлаў, Мадрыд, Барселона і іншыя краіны і гарады. По-моему, картинка говорит сама за себя. Так, у нас Тель-Авів и акция подтримки с затриманными и акция подтримания супроть того, что отбывается у Беларуси. Правда, картинка кажа сама за себе, гуки так сама. Я сейчас поговорю с одним из участников акции. Добрый день, как вас зовут? Меня зовут Виталий. Виталий, для чего вы сюда пришли сегодня? Я пришел выразить свое отношение к происходящему в Республике Беларусь. К тому беспределу, который творят власти, к тем арестам, задержаниям и всему тому, что сейчас происходит. Я против этого. Мы все против этого. Живи Беларусь! Спасибо большое. Мы продолжаем дальше. Поговорим сейчас еще с одним из участников. Здравствуйте, как вас зовут? Диана. Диана, а что вы здесь делаете сегодня? Мы пришли на акцию солидарности в поддержку белорусских кандидатов в президенты Республики Беларусь. Отлично. Сегодня мы с моей семьей пришли поддержать ребят, в которых верим, которых любим, которых очень-очень-очень-очень-очень хотим поддержать. Потому что Беларусь – это страна людей. Прежде всего, страна – это тире люди. Это не страна одного человека, который что-то сам себе решил. Люди, вы добрые, вы прекрасные, вы честные, искренние, мы вас очень-очень любим. И мы с вами, пусть далеко, но с вами. Вчера был мой 40-летний день рождения, и мы сделали концерт, на котором вместе с жителями нашего города Раанана из разных стран исполнили белорусскую песню. Вот, сегодня я обязательно выложу ее в Facebook. Вот, и вас, поверьте, вас поддерживают очень многие люди. И люди, которые не знали про нашу страну, узнали про нее. Люди, которые не знают белорусскую мову, спели на ней. И мы вас очень любим, и мы здесь. Мы очень-очень близко. Поверьте нам, это общая боль, это общая боль, и мы приходим сюда в знак солидарности с нашим народом прежде всего. Делаем все, что можем, и хотим пожелать всему народу, который показал действительно, насколько он может быть сплоченным, как нация настоящая. Мы хотим сказать, ребята, мы с вами, идите до конца, ничего не бойтесь, насколько это возможно. Мы вас поддерживаем, как можем, отсюда. Живи Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе Беларусь!
Сергей, Сергей. Здесь строчка из песни Нета, из песни израильской певицы Нета «I'm not your toy». Беларусь. Мы не твоя игрушка! Is not your toy. Нас больше! Цудовно, что... Цудовно, что есть это подтримание, которое заходит до нас с самых разных краинов, с самых разных городов. Борис, сколько человек пришло на акцию у Тель-Авиве сегодня под белорусской амбассадой? Ну, вы знаете, я не ошибусь, если тут находится в районе 100-150 человек. Это все белорусы, и это так само мясцовые жихары? Это белорусы, которые приехали сюда и недавно, и также, кто здесь живут уже, так как я, допустим, 30 лет в Израиле. Но им не безразлична судьба этого государства, не безразлично, что происходит с их друзьями, с их родственниками. Белорусам, видимо, остаются навсегда. Борис Суходров из Тель-Авива, из-под белорусской амбассады, и вот такая акция подтримания. Дякую вам. Дякую вам, Сергей. Живи Беларусь! Беларуская солидарность – моцная речь, якая так само притягивает увагу до ситуации международной супольности. Дякую за сегодня. Это был Белсат Зум. Для вас працавал Сергей Подсасонный. Бережите себе и своих близких. До встречи.